Совместная конференция школы Андрея Павленко и городской клинической онкологической больницы номер 1 прошла 24 июня в Москве. В первой онкологической больнице Москвы проходят обучение резиденты нескольких классов школы Павленко. В конференции, которая называлась «Будущее онкологии 2022», приняли участие ведущие российские врачи-онкологи и первые выпускники резиденты школы Павленко, образовательного проекта, обучающего молодых хирургов из разных городов России. Обсуждая проблемы профессионального образования, профессиональных навыков, специфических профессиональных проблем, мы приходим к какому-то консенсусу, который в итоге помогает улучшить результаты хирургического лечения, результаты комбинированного лечения, что в конечном итоге сказывается на жизни наших пациентов. Поэтому эти мероприятия очень важны для самообразования, для выработки подходов и согласительных таких моментов, которые в итоге принимаются в ходе таких конференций. Школа Павленко объединяет и высококвалифицированных специалистов, и тех, кто еще учится. Но, по словам участников конференции, все общаются на равных. Мы общаемся с молодыми, они задают вопросы. Зачастую эти вопросы очень нестандартные, очень новые. И это позволяет, опять же, оживить весь ход событий, ход мыслей, которые у нас как бы уже сложились в такую профессиональную рутину. Поэтому для опытных врачей такие мероприятия не менее важны, чем для молодых специалистов. Обучение в школе Павленко проводится не только в столицах, Москве и Санкт-Петербурге, но также в региональных центрах в Тюмени и Уфе, где работают выдающиеся отечественные хирурги-онкологи. В хирургии вообще главная поддержка. Чтобы стать хорошим онкохирургом, нужно иметь поддержку. И психологическую, и теоретическую, и практическую. То есть тот человек, который тебя поддержит и поможет пройти трудные этапы. Но школа дает очень правильный пример, как это можно делать. Я думаю, это очень важно. Нынешняя научно-практическая конференция была посвящена осложнениям в хирургии малого таза. И в рамках этой темы обсуждались интраоперационные осложнения, клинические случаи, представленные модераторами, а также тактика лечения пациентов с конкурирующей кардио- и онкопатологией. Мне хочется отметить, что еще одна недекларируемая функция школы, которую мы обычно не называем, но тем не менее она сегодня проявляется очевидно, это школа объединяет людей, объединяет профессионалов, и мне кажется, что с каждым годом мы видим все более и более формирующееся крепкое профессиональное сообщество онкохирургическое. Вы видите, что здесь уже было отмечено и Уфа, и Тюмень, и Санкт-Петербург, и Москва. И еще несколько городов, и Кострома незримо присутствует тут с нами. Поэтому мне кажется, что одна из функций школы, и она успешно реализуется, это функция объединения. И я надеюсь, что чем дальше, тем больше эта функция будет реализовываться.